Анонс и точная дата выхода 9 серии нового сериала «Счастливо вопреки». 9 серия сериала выйдет на телеканале СТБ 15 февраля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Женя Виноградова, понимая, что генерал Скрипник открыл на нее охоту, переезжает в деревню к родственникам. Там ей удается на некоторое время обрести покой. Но вскоре к ней приходит местный участковый Василий и по секрету рассказывает, что Скрипник разослал ориентировку на Виноградову. Якобы убийца Ивана Скрипника признался, что Женя была его соучастницей. Василий поклялся не выдавать местоположение девушки, а вот следователь Кораблев оказался не таким благородным. Подлый милиционер приходит к маме Жени, Ангелине, и начинает ее шантажировать. После нападения в подъезде Женя Виноградова решает никому не рассказывать о том, что с ней произошло. Друзьям по тиру девушка сказала, что просто заболела, а секцию по стрельбе так и вовсе решили закрыть. Приятели Жени уговаривают ее последний раз пострелять вместе, как вдруг в тир врываются вооруженные бандиты. Лена Самойлова перевезла бывшего парня Диму, который теперь не может ходить к себе домой. Мужчина не может принять тот факт, что остался инвалидом, и весь свой гнев срывает на Лене и ее маме. Напомним, 9 серия сериала выйдет на телеканале СТБ 15 февраля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.